Yayınıma hoş geldiniz ama konu hoş değil. Azerbaycan'ın madenlerini soyuyorlar. Ruslar ve Ermeniler, Rus Sözde Barış Gücü ve Ermeniler birlikte Karabağ'da Azerbaycan'ın öz altın madenlerini ve zenginliklerini soyuyorlar. Gelin bu ana bir tanık olalım. Tabii ki üzülerek. Материалом видеонаблюдения с 10 по 14 ноября во временном промежутке с 21.00 до 23.00 ежедневно из Ханкинди в Армению отправлялись 8 КАМАЗов в сопровождении внедорожника Nissan Patrol с армянским регистрационным номером 731-AB-61ER. А 16-18 ноября было отмечено перемещение этих же транспортных средств по Лачинской дороге из Армении в Ханкинди в утренние часы. Город покинули они уже ночью. По оперативным данным на указанных КАМАЗах вывозится сырье, добываемое на материалом видеонаблюдения, с 10 по 14 ноября во временном промежутке с 21.00 до 23.00 ежедневно из Ханкинди в Армению отправлялись 8 КАМАЗов в сопровождении внедорожника Nissan Patrol с армянским регистрационным номером 731-AB-61ER. А 16-18 ноября было отмечено перемещение этих же транспортных средств по Лачинской дороге из Армении в Ханкинди в утренние часы. Город покинули они уже ночью. По оперативным данным на указанных КАМАЗах вывозится сырье, добываемое на материалом видеонаблюдения, с 10 по 14 ноября во временном промежутке с 21.00 до 23.00 ежедневно из Ханкинди в Армению отправлялись 8 КАМАЗов в сопровождении внедорожника Nissan Patrol с армянским регистрационным номером 731-AB-61ER. А 16-18 ноября было отмечено перемещение этих же транспортных средств по Лачинской дороге из Армении в Ханкинди в утренние часы. Город покинули они уже ночью. По оперативным данным на указанных КАМАЗах вывозится сырье, добываемое на материалом видеонаблюдения, с 10 по 14 ноября во временном промежутке с 21.00 до 23.00 ежедневно из Ханкинди в Армению отправлялись 8 КАМАЗов в сопровождении внедорожника Nissan Patrol с армянским регистрационным номером 731-AB-61ER. А 16-18 ноября было отмечено перемещение этих же транспортных